попросите сейчас сыграть что-нибудь там из их, блядь, репертуара, они даже песни не знают. Чудяка. Да, пиздец. Я понял, почему вы смотрите стендапы. Не смотрите стендапы, ребят, больше. Правда, пиздец. Это ниже дна. Но чтобы как-то что-то вложить вообще в головы, да, чтобы это не проходило как-то вот, блядь, бесполезно, вот это ягода. А я в прошлый тур, если вы приходили на прошлый концерт, я проводил умные лекции о семейных отношениях. И реально после этих лекций нам в ходе писали очень часто люди, типа, блядь, все стало охуенно. Человек все круто, с детьми все круто, нашел девушку, там, понимаем. Вот. Но возникает у людей другая проблема. Типа, блядь, как теперь расстаться с этой овцой? То есть девку нашел, но не знаем, как расстаться. Вот. И я не хочу сейчас продвигать какие-то популистские, реально, какие-то популистские, да, вот эти способы. Есть несколько, которыми пользовались мои друзья, и одним способом пользоваться я, чтобы расстаться с бабой. Один мой друг расстался с бабой следующим образом. Он ей позвонил, говорит, приезжай на помолвку. Она такая, блядь, да. Обрадовалась, как все бабы, поехала, короче, приезжая. А он там, короче, другом со своим говорит, ну вот мы с Вовой как бы решили. Типа, обменяться пальцами, хочу тебя свидетелем пригласить. Спасибо, что подготовила меня к семейной жизни. Как бы вообще не пришлось больше ничего объяснять. По-моему, охуенный способ. Вот. Есть еще охуенный способ. Серьезно, у меня так один тоже знакомый делал. Он ушел в монастырь просто. Вот. И... Ну, это надо на серьезнике делать. Как-то. Просто, если баба заебала, не хочешь ее обидеть, уходи в монастырь. И все, никаких вопросов. Я поступил проще. Вот у меня тоже были отношения, но у меня как бы вроде человек нормальный, мне только подзаебало. Я не знал, что делать, и, короче, я просто, ну, вышел на улицу однажды, завалил нахуй человека, сел в тюрьму. Все. Ноль проблем, блядь. И как бы, ну, и с сексом никаких проблем больше вообще не было. Вот, поэтому следующая песня, тоже о расставании. Отличный совет. Не, как бы я... Вообще это не совет, это просто, ну я не знаю, просто часть стендапа. Советов сегодня никаких не будет, разбирайтесь сами со своей жизнью, окей?